10. Вот, смотрите сюда. Вот это рановато показывает. Надо ждать, пока посыпятся, пока созреют. Пока они вот такие, да? Но дело в том, что вот ворота, вот забор. Протяни руку. В общем, судьба их незавидная. К тому времени, когда они созреют. Вот. Я специально здесь выращиваю. По той причине, чтобы это было как витрина. Зашел человек, яхнул. Персик не укрывной ничем. Не обмотанный, не закутанный. Не утепленный. И вот получается так, что витрина есть, только вот руки будут вот так вот, каждый будет проходить. Вот, и срывать окосики, прятать по карманам. Ну ничего, переживем. Вот, это персик, который я назвал персик бродский. Это первый урожай на привитой ветке. То есть на привитой подвое, а подвоем служит вот эта вот китайская слива. Вот. Одну ветку китайской сливы сохранил. Почему? Я хочу, чтобы некоторое качество персика, наоборот, подвое передались. Вы уже знаете, что это мое любимое занятие. Вот. Тут опять я прочитал. Распопа пишет, мой великолепный друг и великолепный специалист. Но что делать? Нету вегетативных гибридов. Не бывает. Переделки на генном уровне не бывает. У меня уже десятки примеров. Вот. К сожалению, да и правильно, кто мне обязан верить. А то главное качество совмещения морозостойких подвоев привоев, биологическое совмещение, это повышение морозостойкости. Вот результат. Если даже внешние плоды не изменились, все равно результат такой. Это вегетативный гибрид уже благодаря тому, что морозостойкость выше. Да, гена морозостойкости пока не обнаружено, но ничего. Мы идем с другого конца. Результат есть, теперь обосновывайте, господа ученые. Персик хасанский тоже привитый. Вот, привитый вот на такую же сливу, которая называется китайская. Ну, на ней прививка погибла. Вот, какие были плоды, я всегда прививаю на темные сливы. Вот плоды с ней, видите? Вот, мелкие. Вот они уже попадали. Это со сливы, это подвойное я называю. Но прививка персика погибла. А вот прививка персика не погибла. Вот так они выглядят. Вот все это не укрытое. Ну, они будут достаточно крупные, когда созреют. Ну, достаточно это до 50 грамм. Вот, для меня достаточно. Ну, кто-то покривит рожу. Ну, правильно, мелочь. Со сладкие, а кто-то скажет, это самые северные в мире персики у Железова. Вот, я восприму это как комплимент. Вот так вот, что тут еще? Вот это персик хасанский. О, несколько. Это, надо же такое быть, что я только сейчас-то их увидел. Вот вам и несколько. Вот любуемся, что у нас получилось. Хорошо, хоть этот спрятался. И вот мы видим, что с одной стороны очень сильные морозобоины. Он правильно же не укрывал. Очень сильные. Вот камедь. Ай, Тимош, я здесь, здесь. И вот результат. Теперь что мы будем делать? Правильно. Я выделяю его как особый. Потому что на то и клоны. Хотя понятие клон означает, как бы, что они должны быть близнецами. Вот. Но клоны в садоводстве – это особый случай. Вот. Это вам не овечки доли при микроклонировании. Вот. И при выращивании, когда фрагменты вот такие берутся, закапываются в землю и отрастают корни. И вот тех я называю овечками доли. Или микроклонирование. Выращивание саженца из клетки. Вот, ну, я уже по ним столько раз проходился, это я бы назвал это дубиной своей, образно, что уже повторяться боюсь. Видите? И вот как самый удачный клон, хотя еще раз говорю, клон, это не означает идентичности. Вот разнообразие видели, вот сейчас я познакомил, и именно с нее вот эти ветки будут взяты.
дерево будет нанесен урон. Ох, как они боятся обрезки, страшно. Вот. И это дерево будет у меня клонировано, то есть перенесено на следующее подвое. А подвое, вот они, любуйтесь, как раз по диаметру совпадают, видите? А вот они подвое.